Привет, с вами Полли. И сегодня я вам расскажу еще об одном веб-ресурсе, можно сказать, фотостойке, на котором вы можете поработать, попродавать свои фотографии и заработать деньги. Там не просто вы можете выложить фотографии на продажу, но также есть такая функция, что фотографы могут принять участие в съемках. Многие фотографы живут за пределами СНГ, в Европе, в Америке. И я думаю, что не лишним будет рассказать вам об этом веб-ресурсе. Если я правильно читаю название, называется он iem.com. Ссылочку я оставлю в описании. Посещаемость чуть более 1 миллиона человек в месяц. Из них Италия, Германия и Таиланд чуть больше, чем 11% каждой из этих стран. Франция 9,66, США 8,67. Там фотографы могут принимать участие, и я, конечно, рекомендую попробовать свои силы. Я не нашла, сколько получают там фотографы, но я посмотрела цены на готовые фотографии. Одна фотография 29 евро за фотографию, и есть еще какая-то премиум фотография, наверное, это как коммерческая расширенная лицензия, стоит 199 евро. То есть в любом случае, если ваши фотографии будут туда принимать, а как их принимают, я не могу вам сказать, я не отправляла свои фотографии, то я думаю, что доход от фотографий там может быть вполне приличный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы уже сотрудничаете с IEM, и как у вас там продвигаются дела, сколько получают фотографы, и ну, насколько хорошо, насколько часто вообще происходят продажи. Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!